Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе. Надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Маховой трамвай 16-й, 22-й, 48-й или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный бледный месячный серп. Но ни он, ни гул весенней мостовой, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремольеру великолепного цейсовского микроскопа, в котором был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась. Показалась остренькая оборотка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Ипатьевич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросив кремольеру на полдороги, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные по рекам сосудов, бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков, забыв о своих амебах, и в течение полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив: «Сворачивается кровь, ничего не поделаешь». Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что!»